Казна Крю – топ-коллектив европейского региона, имеющий авторитет во всем мире. Стартовали парни с переменным успехом. Поражение в европейском классике против Динг и потери очков в Savage Squad чередовались уверенными победами над Утопия и Исуба. Несмотря на такой старт, бойцы Хуба впоследствии выдали фантастическую победную серию. Сначала ребята уверенно разобрались над Go Hard 5-2, затем взяли реванш у Динг 5-3. Победа в главном европейском дерби вдохнула уверенность в игроков, и это отразилось на их результатах. Всего три проигранных раунда в пяти последующих играх позволили парням выйти на LAN-финал с первой строчки в чемпионате, оставив основных конкурентов позади. На финальной битве Казна Крю должна показать свою лучшую игру, чтобы преодолеть проклятие вечного четвертьфиналиста международных турниров.